Re, viss ēters ir te! Завтра в Латвии усилятся порывы северо-восточного ветра до 10-15 метров в секунду. В Курземе сила ветра в порывах достигнет 19 метров в секунду. Предстоящей ночью в Латгале и Селии пройдут дожди. Температура воздуха составит плюс 2, плюс 9 градусов. Во второй половине дня и вечером с юго-востока придет обширная зона осадков. Дождь временами сильный пройдет на всей территории страны. Осадки продолжатся и в четверг. Максимальная температура воздуха днем плюс 7, плюс 12 градусов. В регионе облачно, во второй половине дня пройдут дожди, ближе к вечеру сильные. Северо-восточный ветер достигнет силы в 13 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит около плюс 6, днем превысит плюс 10 градусов.